Номинации на 94-ю премию «Оскар» были объявлены во вторник и включали фильмы самых разных жанров. «Сила собаки» лидирует среди фильмов-номинантов с 12 номинациями. Режиссер драмы Джейн Кэмпион вошла в историю, став первой женщиной, неоднократно номинировавшейся на звание лучшего режиссера. Номинант на роль режиссера Стивен Спилберг также установил новый рекорд. Как продюсер «Вестсайдской истории», получивший в общей сложности 7 номинаций, Спилберг продюсировал 11 фильмов, номинированных на лучший фильм, что является новым рекордом для «Оскара». Дензел Вашингтон расширил рекорд, который он уже имеет как самый номинированный темнокожий актер, заработав свою 10-ю номинацию на «Оскар» за роль в «Трагедии Макбета». Одна из его номинаций была за продюсирование. Церемония вручения премии «Оскар» состоится в воскресенье 27 марта. Номинанты на лучшие картины – «Белфаст». Идет гражданская война. Настало время для новой жизни. «Не смотри вверх». Это планета убийцы. «Веди мою машину». Почему ты приехала в Хиросиму? Дюна. Это истребление. Король Ричард. Я думаю, перед нами второй Майкл Джордан. О нет, братишка, у меня их целых два. Лакричная пицца. Тебе правда надо увидеть мою грудь? А потрогать можно? Аллея кошмаров. Да, читаю. Зависит от обстоятельств. «Сила собаки». «Вестсайдская история».